Итак, всем привет. Прошло полтора года. Как говорится, прошло очень много времени, произошло очень много событий, но я постараюсь все-таки вернуться в нормальную колею и продолжить то, что начал, если, конечно, здесь еще кто-нибудь живой есть. Если продолжать лирику, то это затянется на целый видос, а так неинтересно. Я еще приболел, так что интересно будет. Слушайте, это как-то неинтересно. Нужно как-то это исправить. Здравствуйте, у меня есть к вам предложение. Мне нужно вас забрать неоплачиваемый контракт с вами подписать. Можно сказать, в рабство вас забрать. Он принимает эту программу, сука, за читы. Это неадекватно и ненормально, Да сука! Да я... Че, Кирилл Фука? А, школьники мои любимые! Педофил, блядь. У меня FPS, правда, 20, пиздец. Помогите, блядь. Тогда, на всякий случай. Да, блядь, они меня игнорят. Вообще, у меня примерно закона... Столько. А, закона мати, и при этом я матерюсь. У меня просто будет ролик пи, блядь. Вся в тебя. Сынок, блядь, я тебя потерял, вернись домой. Ответь загадку. Давай. Смотри, сканер показал, что у человека две почки. iPhone 12 Pro Max показал, что одна почка. Почему? Пожалуйста, отгадку для тупых. Что ты еще сказал, чмо? В смысле, блядь, ты еще буянишь? Сосать, ёпты. Шо буянишь, блядь, здесь? Соси мой хуй. Он 3.5 метра, ёпты. Вот это поворот! Приобретайте выручай карту, а получайте бонусы. Пусть я засуну эти бонусы. А, ты из компании Магнит, понимаю. Парень, давай поговорим о твоих психологических травмах. У меня их нет. Чувак суициднулся. Он меня не выдержал. Нифига, ты реально Навальный? Ну, нет, я Путин Навальный. Алексей Путин. Затхнитесь оба. Убийца нубов, что ты буянишь? Не буянь, пожалуйста, почему ты такой злой? Потому что у тебя голос, блядь, конченый. Извини меня, пожалуйста, если я тебе надоедаю, мой сладенький пупсик. Сладенький пупсик. Безмамный. А, do you speak English? Да я don't speak English, нафиг. Шахты бежат из шахты гномы, ебать. В моей речи слишком много мата появилось. Нужно как-то флиртовать. Похуй, короче. Шо ты, блядь, говоришь? Я так и не понимаю тебя, помогите, нахуй. Ты с именем собрался? Что это? Сэй заново или репит лист? Вот так вот. Ну, теперь он не репит. Давай сожгем их всех. Это же прекрасное решение всех проблем. Револьвер — это самое топовое оружие, всем советую. Это скилл. На самом деле я внизу топа, но это скилл. Заработали кадр в секунду, просто. Блядь, вейп, сука. В принципе, по записи. Юкоун, ты, с русским именем играешь, расскажешь по-английски. I don't speak Russian. No, нет, советский. Пошел. Куда? Йо, куда? Давай ко мне. Come here. No, I see you. No. Давай. Сладкий огуречек. Хуй, блядь. YouTube. Почему ты такой злой? Почему ты обижен на мир? Почему у тебя ник такой? Ну, потому что я ебаная сранча. По мне же видно. Мой сладкий мальчик. Вот, признался. Не. Люди какие-то злые, какие-то неразговорчивые. Я даже в 30 кадров играю. Я захожу потусить, а мне не дают нормально с вами поиграть. Пристреливаю, наконец. Это черное пугает. Ты нормальный?
Нет. Пока. Заебись, первая катка в КС. К сожалению, ролик получился слишком короткий. Он должен быть, Он должен... Он должен был быть чисто лирический, но добавил... Да, он должен был быть лирический, но я решил добавить чуть-чуть материала. В следующий раз я исправлюсь, даже в конце без эдита. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Всем удачи, до скорых встреч, пока.